Всем привет, с вами как обычно Антиплей, и сегодня покажу несколько приваток, самых худших приваток на Unity, ребята, они созданы на Unity, и вот я вам сейчас сделаю на них обзорчик, ссылочки на скачивание будут в описании, но перед тем, как мы перейдем к приваткам, подпишитесь на канал, поставьте кучу лайков и напишите что-нибудь в комментариях, будет мне очень приятно. Если прочитал, то поставил сердечко. Поставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои выпуски, но мы не будем сильно замедляться и сразу перейдем к первой приватке. Ну и первая приватка, ребята, у нас выглядит вот так. Прикольненький дизайник, но вот эта вот кастом коллекция немного не сходится с самой меню, но не будем на это обращать внимание. Видим, что мы не можем сделать себе нормальный ник, то есть поменять его, сделать ID, поменять аватарку, ребят, просто здесь вот такая вот менюшечка. Менеджер, скин, дел, все такое. Скин, дел, всякие такие эти. Инвентарь, магазин, рынок, ничего не работает. Сервера тоже, тут ничего не работает, ребят, потому что на Unity, ну, все-таки понимаете. Так, давайте попробуем зайти в настройки или в какие-нибудь там друзья. Может, тут можно по сети играть как-нибудь. Вот мы видим версии игры 0.2 и всякие там авторы. Можете подписаться, если кому надо, чтобы там поддержать, типа, потому что в дальнейшем будут, наверное, хорошие приватки. Тут у нас есть карта полигон, давайте на нее сразу нажмем и попробуем зайти. Вот мы зашли. Ну, управление, ребята, конечно, так себе, но есть два ножа со скинами. Давайте возьмем кунай, посмотрим. Ну, вот так вот у нас осматривается. Опа, мы провалились сквозь текстуру. Плохо. Так, давайте перезайдем быстренько. Так, оп. Заходим. И что ж, ребят, давайте возьмем М9, потому что это почти самый мой любимый нож. Осматриваем. Ну, конечно, все криво, ребят, но пожелаем этой приватке хороших обновлений, чтобы исправлены все баги были. Ну и вообще, чтобы было топ. Ну, вот так вот прикольненько осматривается М9. Тут можно бегать, наверное, осматривать также этот. Так, давайте все-таки возьмем еще раз кунай из какой-то новой коллекции. И вот мы опять проваливаемся в текстуру. Давайте опять перезаходим. И снова, да? Так, стойте. Вот мы опять проваливаемся. То есть тут смысла нет делать, ребята. Мы не будем оставаться на этой приватке. И сразу перейдем к следующей приватке. Следующая приватка называется Stand V2. Очень красивый загруженный экран. Мы заходим в меню и сразу видим здесь очень красивое меню. Давайте поменяем ник. Так, он меняется. Да, давайте. Empty Play. Так. Видим, там написано обновление 0.5.0. Добро пожаловать в обновление 0.19.0 в патче 0.5.0. Итак, ребята. Здесь, в принципе, вот такой вот прикольненький загрузочный меню. И что будет, если мы нажмем играть? Вот мы нажали играть и ждем, может, что-то загрузить. Опа, загрузился этот. Ого, ребят, видите, без багов уже бабочка отлично осматривается. Мне это уже очень нравится, хотя и создано на Unity. Здесь такое создать вообще. Ого, здесь еще и тычки, керамбит, G-команда, M9 есть, ребят. Ну, давайте подостаем. Так, тычки из новой версии 0.19.2 стандова, то есть эта приватка была сделана недавно или было недавно обновление. Так, смотрим, мы не можем начать, но все равно, ребят, вот такой вот М9 есть, перепрыгнуть не можем. Так, ну давайте все-таки возьмем какую, мы выйти не можем, да? Бабочку давайте возьмем. Так, подождите, тычки из новой, вот видите, коллекция вам показываю. Так, дальше флору, флор, да, или флорал, я уже не помню, как он называется. Так, и вот бабочка, которая мне нравится, из Competition коллекции. Вот, можно чуть побить его. Вот, ребята, выйти мы что, сможем? Ну-ка, нажимаем выйти, он не выходит. Ну, тогда по-другому выйдем сейчас. Так, ребята, заходим в Stand V2 опять. И вот мы что видим здесь? Что опять ник сменился, тут можно медальки выбирать. Перчаточки есть, 0 голды у нас, магазин не работает. Так, тут можно назвать, ну-ка, почему не заходит название? Слишком коротко, ничего как не назовем. И что, мы можем зайти? Опа, у нас Tech9 есть, Tech9. И мы почему-то маленькие и проходим сквозь текстуры. Так, ну давайте побегаем. Вот такая вот, ребята, приваточка. Все ссылочки на скачивание будут в описании, поэтому скачивайте просто по ссылочке в описании. Так, ну мы реально маленькие и бегаем. Так, выйти мы не можем. Быстренько перезаходим. Так, что мы тут еще можем увидеть? Так, вот мы опять заходим, чтобы что-то проверить. Ну, ребят, в принципе, тут ничего не работает. Переходим к третьей приватке.
Так, а третья приватка уже топчик, ребята. Мало того, что здесь уже очень красиво загружен экран. Вот, ребята, он появился. Это у нас Short DAS 2 и старый, очень старая версия Snowdrop 2. Загрузка Assist. Опа, ребята, смотрите, какая здесь красивая менюшечка. Можно здесь выбирать. Так, потыкаем, что не выбирается. Или, подождите, выбираем. И вот, ладно, берем мою любименькую. Тут рекомендуют скачать оригинальный стандофф. Так, версия 0.1.2. Добавлена куча этой версии в инвентарь. Левел 999. Всякие друзья, важная информация, играть. ID. Короче, ребят, Огуист. То есть мы можем поменять ник. Так, давайте поменяем на Empty Play. Так. Очень прикольная приватка уже в менюшке. Три какие-то странные карты. Ну, первая Италия странная. Опа, у нас какие-то еще лом. Лом, серьезно? Ладно, давайте возьмем вот этот. Так, какие-то карты странные. Давайте зайдем на первую самую странную. Это у нас Counter-Strike 1.6. Так, заходим. Да, это правда она, ребята. Я играл в эту версию и помню. Эта карта точно она. Тут текстуры, небо, все схожится. Так, мы не можем. Так, давайте вернемся, пробуем что-нибудь купить вооружение. Так, нажимаем. Нет, не получается. Так, настройки, игра, управление, звук. Ничего не работает. Видео тоже тут. Тоже ничего не работает. Но зато, ребят, перезаходим. Сейчас проверим. Так. Вот загружается меню. И давайте попробуем какую-нибудь другую карту. Давайте Италию зайдем. Италию заходим. Ну, видите, уже здесь без багов. Осмотрится М9. Это уже хорошо. Он красненьким светится. Это уже тоже отлично. Так, здесь настройки тоже уже, да? Настройки. А, подождите. Ребят, давайте выйдем и посмотрим последнюю, третью, загадочную какую-то карту, которую я не понял. Первые две я знаю, Counter-Strike и Италию. Так, но вот эту третью. Crossfire. Что-то там типа этого было написано. Так, мы успеваем под тайминг как раз. Так, ну давайте осмотрим, побегаем тут с ломом своим. Так, какая-то тут аппаратура. 00 00 00, время не идет. Ну, такая вот комнатка. Так, выходим давайте, ребята, в главное меню, смотрим все, что находится в этой приваточке. Повторюсь, что все ссылки на скачивание будут в описании, поэтому переходим и скачиваем. Также рекомендую свой телеграм-канал, ребята. Так, тут типа нам рекомендуют себя подписать, отмена. Так, давайте попробуем зайти. Статистику не заходит. Инвентарь попробуем сейчас зайти. Вот у нас инвентарь заходит. Клан, ничего больше не загружается, ребята. Ну что ж, ребята, будем заканчивать. Ну что ж, ребята, всем огромное спасибо за просмотр. Если вам нравится такая тема, то подпишитесь на канал, поставьте кучу лайков, напишите что-нибудь в комментариях, если прочитал, поставил сердечко. И также, ребята, поставьте колокольчик, чтобы узнавать первым о моем контенте. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там можно скачать кучу приватных файлов, также там куча инфы не меньше, чем в ютубе, ребят. Ну вот такой получился видосик. С вами был, как обычно, MT Play. Всем удачи и всем пока.